Всем привет! С вами на связи, как обычно, Андриус Крипто Ньюс. И у меня для вас очень хорошие новости, которых вы обязательно ждали. Ведь благодаря новостям мы и продвигаемся вперед. Прогнозы. Очень хорошие новости и делают такие неповторимые моменты, как я показываю на экране. Например, здесь, когда произошел просто резкий скачок вверх, здесь была очень положительная новость. Как и падение, которое негативно складывается на криптовалюте. Естественно, плохие новости. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал. На эту красную кнопочку подписаться. И не забываем про колокольчик. Джин-джин. Если вы еще этого не сделали. Ну а теперь начнем. Смотрите, новости касательно криптовалюты Ripple XRP ждет просто невероятное. Я уверен в том, что произойдет очень резкое и весомое повышение цены. Во-первых, недавно все мы знаем, что произошло очень грандиозное событие. Ripple XRP победила в суде в SEC. А знаете, какие это имеет возможности? Во-первых, имеет именно то, что компания не будет иметь ограничений в чем-то, а именно увеличение своей работы, то есть заключение новых договоров, партнерские соглашения с банками, которые напрямую и тесно сотрудничают с XRP. Ведь все мы знаем, что XRP это криптовалюта для большинства платежных переводов, время которых занимает 3 секунды, в отличие от SWIFT, например, которая с 73 года, время перевода может занимать до трое суток. То есть разница колоссальная, согласитесь. И конкурировать здесь в плане быстроты, экономии, что банковская сфера и любит, конечно же, экономия здесь колоссальная, то нельзя опрокидывать данный факт просто так. И повышение стоимости здесь напрямую зависит, ведь это априори. От таких новостей и будет увеличиваться доверие людей, которые вкладывают, инвестируют в данную криптовалюту. Без этого никуда. Без этого никак не обойтись. Именно поэтому мы и здесь. Мы именно и развиваемся, и сотрудничаем с XRP, и видим в ней возможности, как и в биткоине, который сейчас, кстати, опять опустился в цене. Но это не значит, что он не вернется к своей максимальной стоимости. Не значит, что он не поднимется до уровня, не побоюсь этого слова, 100 тысяч долларов. Хотя еще больше 10 лет назад, если бы вам хоть кто-то, неважно кто, сказал бы, что биткоин поднимется до такой отметки, вы бы просто повертели пальцем у виска своей головы. Ну согласитесь, это казалось бы просто бредом. Вы бы считали это бредом. И сейчас, когда я вам говорю параллельные мысли по поводу XRP, вы не считаете это бредом, потому что можно прокидывать данный факт и идти дальше. Но когда пройдет время, и вы увидите просто, что доллар Ripple XRP будет иметь 5 долларов, 10 долларов, неважно, то вы поймете, что была просто невероятная возможность для того, чтобы сделать деньги, увеличить свой капитал, увеличить свой портфель, в конце концов, если вы инвестор или трейдер, а не присматривающийся новичок. Поэтому здесь нужно терпение. Это новость, которая должна вас не то чтобы заинтересовать или вовлечь в данную систему. Вы должны просто своей головой подумать, больше уделить времени для того, чтобы просерфить интернет по поводу XRP, понять, чем она занимается, какие у нее возможности, какие у нее
впереди варианты для развития. И благодаря этому мы и доверяем, благодаря этому мы и зарабатываем деньги, потому что если просто ничего не делать, сидеть на месте, не заглядывать вперед в будущее, как сокол летит с невероятной скоростью, мы ничего не получим. Деньги с небес не падают. Падают деньги только именно благодаря нашей голове. Любой трудяга, какой бы он ни был, он не заработает столько денег, как нежели человек, который умеет размышлять, умеет принимать важные и верные решения. В принципе, за это видео я все, что сказал, что я думаю, и вы хорошо обдумайте мои слова. Узнайте более точно где-нибудь еще, скажем, на других каналах, скажем так, просто в интернете. Изучите данную тему как следует, и вы поймете, что нужно делать. Спасибо за просмотр. Я попрошу вас, если вам понравилось видео, ставим лайк, делимся видео с друзьями. Это поможет каналу в развитии. Ну, а теперь до скорых встреч и пока.